Больш значна загрузка вытворчых магутнасцяў, павышэнне рэнтабельнасці вырабляемай прадукцыі і яе рэалізацыя з максімальным прыбыткам, у тым ліку на экспарт, тым больш, што зараз азначаецца актывізацыя сусветнай эканомікі. У прадпрыемстваў ёсць шанс развівацца больш актыўна, але выкарыстоўваць яго не ўсе і не ўсюды. На пасяджэнні аблвыканкама сітуацыю прааналізавалі з улікам тэндэнцый, якія адзначаюцца ў Беларусі і іншых краінах. Калі аналізаваць сітуацыю ў цэлым, то па выніках 9 месяцаў эканоміка рэгіёна развіваецца дастаткова стабільна. Нават з улікам таго, што на запланаваныя аб'ёмы яшчэ не выйшаў мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, валавы рэгіянальны прадукт дасягнуў 102%, што больш прагнозу. Экспарт тавараў вышэй амаль на 20%, паслуг на 13, на 30 мільёнаў долараў больш запланаванага атрымана прамых замежных інвестыцый. Эканоміка Гомельскай вобласці дэманструе зусім нядрэнны рост. Радует, што все отраслі реального сектора работают выше уровня прошлого года. То есть у нас нет ни одной отрасли, которая работает с темпами ниже прошлогодних. Промышленность постепенно развивается, 105,1% темп роста промышленного производства. Это с учетом того, что МНПЗ еще не вышел на прошлогодний уровень. Уменьшается количество убыточных организаций. Разом с тем, обмежеваться только констатацией поспехов на посяджение аблвыканкама не стали. У речи певные недопрацовки у экономики региона так само еще застаются. Сярод наибольш актуального – рост зарплат, международное инвестиционное супрацовництво. А при чатах необходимо распрацовать комплекс мер по полепшению финансового стану организации будовничей галины. Тут шмат моментов, на которые необходимо звернуть увагу. От больше эффективного выкрастания ресурсов до снижения собекошту работ пропонуется узмоснить контроль и за предприятиями агропромыслового сектора, у першую чергу по погашению ими запозычанности по отрыманных пазыках и кредитах, тем больше, что гроши у шмат таких предприемств есть. Основой эффективного ведения сельскохозяйственного производства является получение прибыли. За январь-август текущего года по секции сельского хозяйства прибыль от реализации продукции составила 61 миллион рублей с увеличением к уровню прошлого года в 2,5 раза. Разом с тем, полностью доведенное до сельскохозяйственных предприятий задание выполнено только у 9 районах в области. У связи с чем Комитету по сельскому господарству и харчеванию пропоновано распрацовать и предоставить облвыканкам так званую дорожную карту по полепшению ситуации у галине. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».